Комиссия по культурно-массовым коммуникациям студенческого совета РУДН организовала праздничный вечер – недетский Новый год. Пышное мероприятие проводится уже второй год подряд. Есть большая вероятность того, что данное предновогоднее шоу станет ежегодным, и поток студентов все больше будет прибывать на декабрьское пиршество. В отличие от прошлого года, команда организаторов поменялась, как и сама концепция яркого действа. Прошли конкурсы, и от каждого факультета был представлен свой Дед Мороз. Они не похожи друг на друга, долго создавали свой образ, готовились к выступлению. И у них были свои причины участвовать в зажигательном шоу. Решил участвовать, потому что мне понравилась сама концепция этого мероприятия, понравилось само устройство, что каждый может, желающий прийти в образ Деда Мороза, показать свои умения. Решил участвовать, потому что мне в школе я всегда принимал участие в таких мероприятиях, был всегда в старших классах Дедом Морозом. На дискотечной основе было продемонстрировано шествие главных виновников предновогоднего вечера. Зрители смогли насладиться зрелищным дефиле Дедов Морозов. Некоторые из них стали героями зимнего праздника уже не в первый раз. Я как раз был на первом курсе, я тоже был Дедом Морозом от нашего факультета. Он тогда проходил в квесте, мы заранее готовили танец, тоже раздавали на факультетах нашу лотерею и проводили, собственно, розыгрыш разнообразных призов. Я хочу закрепить за собой имя этого Деда Мороза и каждый год какой-то делать новый костюм, нетипичный, а какой-то своеобразный, индивидуальный. И на следующий год у нас довольно-таки большие планы, мы пока их не будем раскрывать. Так что в следующем году узнаете. По мнению организатора, за последний семестр было мало танцевальных конкурсов. В избытке преобладали различные музыкальные выступления, смотр талантов и тому подобное. А к концу года решили поменять повторяющуюся программу, не действовать в одном ключе и сделали упор на танцевальных номерах. А сейчас мы решили разбавить это, разбавить в том числе период сессии, тем, что ребята просто отдохнут душой и телом и зажгут на нашей дискотеке. На подобных праздниках молодежь может и повеселиться, и провести время с пользой. Например, появляется прекрасная возможность познакомиться с организаторами, представителями студенческих комиссий. При желании можно вступить в студенческие комитеты, а уже там проявить свои таланты. И каждая такая встреча – это шанс присоединиться к дружному коллективу. Телевидение РУДН, новости.